Всем привет! Давненько я не снимал подобных интересных видео. Сегодня придется снять, тем более, что обещал. Хочу протестить свой станочек на 2130 оборотов в минуту. Для этого частотникам нужно поднять рабочую частоту до 150 Гц. 150 Гц, ручки поставлены на максимальные обороты. То есть 710 оборотов в минуту. 710 умножаем на 3. Получается 2130 оборотов в минуту. Но решил не просто включить, а еще и протестировать, что-то порезать. Поставил свою планшайбу. Были большие споры в интернете. Какая там у нее точность и так далее. Эта планшайба фигурировала в видео про жидкую стружку. Не знаю, здесь получится или нет, но попробую. Там я испытывал на оборотах 710, здесь будет в 3 раза больше. Ну что, поехали. Включаем. Все, станок вышел на максимальные обороты. Это 2130 оборотов в минуту. Попробую порезать. Резец из минерала керамики. Режет, но мотор напрягается. Режет потихоньку, но, честно говоря, идет как-то туго. Движок того и гляди остановится. Перестрою частоту немного поменьше и попробую дорезать на 100 Гц. Это будут удвоенные обороты. Обороты, получается, будут 1400. Вот, 100 Гц. Сейчас должно веселее пойти. Значительно. Поехали. Даже стружка не раскаленная идет. Но это пока. Все, уже начала разогреваться. На удар, там отверстие. Все, дорезал до конца. Суппорт я зафиксировал, поэтому отводить очень туго. Опа! Попробуем, что получилось. Частота поверхности очень гладкая, очень красиво получается обтачивать на таких больших оборотах.
Ну, на 2000 не тянет, а на 1400 нормально. Заглубление было очень маленькое. Чтобы лишних споров не было, проверять плоскость не буду. Потому как в прошлом видео очень много дизлайков мне понаставили. Хотя видео было вообще не об этом. Не о плоскости, а о том, что идет жидкая стружка, в принципе. Но вот народ уцепился. Поэтому понаставили дизлайков. В этом видео я готов, в принципе, к этому. Если наставите, ладно, нет, так нет. Целью этого видео было просто показать, что станок может работать на 2000 оборотов в минуту и более. Я думаю, это для него не предел. Если много дизлайков не наставите, может еще повышу частоту и попробую еще поднять оборотики. Резец хоть и работал с ударами, но я думаю, ничего ему не сделалось. Сейчас я откручу и покажу режущую кромку. Но каких-либо повреждений механических нет. Удары были вызваны тем, что режущая кромка проходила по вот этим вот отверстиям. Это бывшая ступица. Металл довольно-таки крепкий. Но все-таки минерало-керамика выживает в таких условиях. Ну, здесь все для этого приспособлено. Обратная фаска и вообще обратный угол наклона всей пластины. Отрицательный. То есть. Такой видос. Кому было интересно, подписывайтесь на канал. Постараюсь снимать такие вот экспериментальные видео почаще. Правда, фантазии не особо хватает на это, вроде как уже почти все перепробовал. Но я думаю, еще много найдется вариантов, что снимать. Так что подписывайтесь. И всем до новых встреч. Пока.